그거 리뷰해드릴게요. Меня зовут Исаков Валентин Гаврилиев, я один из активистов Эвентийского возрождения, и мы в 92-м году провели первый праздник Бхалды. После этого уже с моими учеными Анной Николаевной Муреевой мы поговорили насчет праздников зимой, осенью. И мы пришли к выводу, что надо еще сделать праздник вот первого снега. Мы, можно сказать, так и называем праздник первого снега. Наверху. Она белая. Потому что это благородная душа. Конечно, там солнце. Ну, потому что все дети солнца. Ну, якутов толсто бледная, как луна, а у нас яркая. А вот середине это черная. Черная это не связано фокус. Она это черная земля, благородная. А вот здесь что это такое? Это наш искусство мастерист, это наш орнамент. Что он говорит? Мы имеем оленей, вот они, рога. Поэтому имеем дю, дом. А внизу это синее. Раньше вся земля была покрыта водой, только при помощи Гагары, который у всех здесь у вас есть, потому что вы верите, который создание мира все ваших костюмов отражено. Вот Гагара вытащила сюда грубым маленький кусок земли, положила на живот для пушки, она росла и стала землей. Я говорю Елену Христофор, наша депутата, Барлова Александра Николаевича, который стоял, чтобы создание Бахалдына, Григория Галина Степановна, Елена. Синякиевна, где она говорит, Синякиевна? Она где-то там будет. Где, вот, пошла. Толстуха, Ковлевин Михайлович, где он? Толстуха! Толстуха, Ковлевин. И, конечно, наша прекрасная Куличкина Александра Анастасия. Кличка! Настя! Она здесь нет! Настя! Новенький народ! Прошу поднять! Ура! Я, наши эвентийские бабушки, они испокон веков были хозяевами эвентийских очагов.
И вот они сегодня попросили, чтобы вот нашу длинную зиму Севяке, Синькен, Баянай дали удачу нашим охотникам. И чтобы мы венки жили в эту зиму, в общем-то, в достатке, в неге, в тепле и в холе. И я тоже со своей стороны по-русски тоже попрошу вот всех наших святых, которые ведают нашими судьбами. Это Севяки, это вот хозяйка леса Синькен, который дарит нам всем наших животных, который рождает все эти животные, и чтобы они помогли нам, и чтобы сама нам была удача. Вот я кормлю через дух огня, вот через нашу бабушку Токанека, и чтобы вот огонь освещал наши пути, дороги, чтобы защищал нас. Быстрее скипел. Нога, понты, и мы ребята все понимали, там по три четыре туда сюда. Это целый праздник для нас детишек. Вот так венки жили с оленями и не пропадали никогда. Олень для оленьков, для венков все. И еда, и одежда, и транспорт, и даже дом, жилище покрывается оленем. Оленя шкурой,
На север особенно елочку. Менду! 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 О, пахай! Тебе здесь мало! Слыхом лупа! Ага, не пошла. Ура! Так, это кто бросил? Пока барага дебютовать ты был. Окси, так, считаем. Зацепляйте, зацепляйте. Есть!